Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс Соник, и я поиграю в игру под названием Brawl Stars. И сегодня мы будем апать база на первом уровне. Скажите, откуда он? А мне он выпал на стриме раздачи лунных подарков с мега ящика. Я, конечно, ожидал его, это, наверное, мой последний хромик, да? Нет, ну да, можно сказать, это мой последний хромик. Так вот, у меня теперь есть... можно сказать, практически все хроматические персонажи, и я его буду апать первым уровнем. И если вы хотите, чтобы я апнул Спайка первым уровнем уже на 600 кубков, где он у меня? Вот. Посмотрите, сколько кубков и какой уровень. Вот. Там в комментарии спускаемся, пишем, что надо апнуть Спайка. А мы пойдем апать база. Сейчас будем различные режимы пробовать. Ой-ой-ой, это после Пепси. Вот, режимы различные пробовать. Подойдет он под какие-то режимы или нет. Со мной попались боты, поэтому сразу скипаем эту игру. Так, вот так вот делаем и убиваем. Все. Мы выиграли. Мы выиграли. Все. Хорошо, первая победа у нас в кармане, поэтому мы идем в следующую карточку. Погнали. Ну вот и следующая игра у нас началась. Надеюсь, мы попались не с ботами. Но мы вроде бы опять с ботами попались, да. Мы опять с ботами. Опять скипаем каточку. Вот мы и выиграли вот эту вот игру. Но это было слишком легко, потому что боты. Так, надеюсь, ботов у нас нету. Мне кажется, эта катка нормальная, кстати. Очень сильно кажется, что эта катка нормальная. Без ботов. Ну блин, хотя бы первым уровнем он банки хорошо фармит. Очень хорошо. Хотя бы за 3 тычки, это тоже прекрасно, прям я даже бы сказал. Не, это, кажется, опять боты, мы перематываем все. Ребят, сейчас будет жестко сделаю. Прям, ребят, жестко, смотрите. Ребят, сейчас жестко сделаю, смотрите. Оп. Ой-ой-ой, вот это вот щитончик к нам подъехал. Вот у нас столкновение. Так, сейчас... Ребят, сейчас будет очень жестко, так. Добиваем ульту. Все. Так, ждем ее. Смотрите. Да блин! Ну я, блин, я попал бы в нее, если бы не каменная стенка, вот реально. Я бы в нее попал. Опять то же место, ребят. Давайте его выведем. Он за мной прям идет. Так. Да как же я не попал? Ну так красиво летело. Так, все. Опять традиция. Да господи. Почему же я не попал? Во, настоящие люди наконец-то попались. Настоящие. Ой, извините, ребят. Вот это было случайно. Наконец-то настоящие люди попались. Будет интересно поиграть. Можно эту каточку даже записать, наконец-то. Можно сказать, это первая каточка. Потому что с ботами неинтересно. А, понятно, затимились втроем против меня. Давай, Тим. Давай сейчас их уничтожим. Давай, Тим. Все, затимились? Все. Сейчас мы их уничтожим. Да сраки этот тиминг их. Потому что мы вдвоем убьем всех просто с этим эшем. У нас банок-то больше. Оп! Поймался! Оп, второй поймался. Так, пожалуйста, живи. Хорош. Мы вдвоем убили всех. Все, нас ждет успех. А нет. This is the future. Да, это победная. Хорошо, мы опять выиграли. Переходим к следующей каточке. И смысл. Ну понятно, меня про. А, это кажется. Ну блин, ну ребят, ну вы сами видели. Берут вдвоем и жмут меня, понимаете? Они специально уже это делают. Понимаете, ребят? Я настолько силен, что против меня уже вдвоем просто жмут. Прям жмут жестко. Видите? Какой сильный. Это специально они не так сделали. Я 100%.
А, я умер еще раз. Нет. Ха, лошара. Дис, он мне тут кидает. Давай мне тут поговори. Будем? Хорошо. Хорошо, опять победная. Победная, ребят. Понимаете? Боты-то не сработали, вот эти вот люди, которые на меня вдвоем агрятся. И все, опять туп один. Кто про на базе? Я про на базе, так что все. На мой. Видите, они опять идут сюда. Ой-ой-ой, Санечка. Пожалуйста, нет! Блин, почти, ребят, почти убил. Ладно, это моя уже вина. Ну, в принципе, мы очень хорошо апаем база. Мы за 15 минут апнули его на очень большие кубки, очень большие. То есть не на очень большие кубки, а очень много кубков. Все, отлетает. Я не знаю, почему он идет на базу. Какой смысл на него идти, если он лучше тебя играет. И он получше персонаж. Типа, ну, как бы контра, можно сказать. Не до контра ему. Ну, когда один на один. Так, хорошо. Идем сюда. Ну, у базы мы еще очень хорошо проверять кусты. Кстати, наконец-то начались вообще люди без ботов. Вообще без ботов играем. Кстати, Эдгар там слишком этот офигел. Так, я, наверное, сейчас дуо ШД останусь, и это будет плохо. Да. Охренеть, он мне урона дал. Не, ребят, ну там без шансов, у него банок просто больше было. Я отдам баночки, потому что там две сверху. И еще вот она рядом. А, понятно. Хорошо. Правда, ульту потратил тоже плохо. Нет. 52 хп. Забрали? Хорошо. Все, хорошо. 6 баночек у нас. Тут еще один бас есть, кстати. Кроме меня. Да, зимним. Так, он кого-то начал убивать. Нет. Го затимимся. Давай затимимся. Дай набить ульту. Помогай! Помогай, Спраут, что ты стоишь? Я буду ждать, пока дым рассеется. Давай, помогай. Давай. Зачем? Ну блин, 1700 хп, ну ё-моё. Ладно, 8. Ну меня фэн контролит жестко. Ладно, переходим к следующей. Так, надеюсь, фэнк не... боже. Хорошо, он отпускает меня. Диз. Не, вот таких вот людей реально надо дизать сразу. Не буду. Не буду лететь. 7 банок? Хорошо. Зачем я с тобой? Хорошо, ладно. Куда ты? Так, этого надо тоже убивать. Оказывается, у него свисток у этого.
Бра. Хорошо. Найс, идеально просто. Еще одна скаточка. Байрон тут у нас находится. Я иду на центр просто лутать баночки. Надеюсь, я залутаю 4 баночки. Коля поднасрал. Коля, давай в подвал. Но подвала нет. Коля под стол. Ладно. Так, лутаем баночки у нас. Гутим. Все, я мбал твой. Ой-ой-ой. Так, все хорошо. Жмем, жмем, жмем. Затимились мы, значит, с Джином. Дай мне ульту набить. Хорошо. Забрали опять всех. Видите, бас, первый левел, имба. Так, хорошо. Главное еще не эту карту еще потом выбирать. Хорошо. Прицепились. Хорошо. Хорошо. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, нет, он со мной тимится, так что не надо мне тут. О, промахнулся. Молодец, молодец, молодец. Молодец! Джин вообще молодчина. Но я его не закрылся специально. Молодец, молодец, Джин. Хорош. Значит, еще одна каточка у нас в победе. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Щитончик подлетел! Щитончик подлетел! Щитон! 10-й ранг как раз! Не, над этим вот прям вообще концовочка офигенная! Все, ребят, спасибо, что смотрели! Подождите! 140 кубков! 140 кубков, не выходя! Не выходя, видели? Не выходя! Не выходя! С базой играл, только играть снова нажимал. И мы еще пойдем, да, поймем сейчас 30 кубков. Сейчас вернусь. Хорошо, идеально, идеально, все. Мы выиграли, все, хорошо, хорошо, все, мы выиграли, мы идем открывать кубочки, да? 25, все, хватает. Мега ящик, мега ящик, мега ящик. Погнали, значит, что нам выпадет? Блять, ну ё-моё, а так долго старался, трудился, когда не в записи и видео. Так, старался, трудился. А что у нас в квестах? У нас обычный ящик. Не буду копить, короче. Ладно, над этим мы закончим. Спасибо всем за просмотр. С вами был Алексоник. Всем удачи и пока-пока. И если вы хотите спайка на... Сколько там? На 600 кубков, конечно же. Пишите в комментариях, я прочитаю, узнаю. Потому что 20 лайков набралось. Я вот думаю, апать его на 600 или не апать. Все, всем удачи, всем пока.